Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 23 мая 2016 года. Ну, сегодня уже совсем тепло, градусов, наверное, 15. И вчера было полнолуние, поэтому сегодня вообще я собрал только 7 червячишек и выпускаю их вот сюда, в вермиложу, которая у нас свалено вот таким образом, частично даже в камыши, и мы с вами здесь видим, что даже если немножко вот так пинцетом повернуть, то вот они здесь, червячишки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, сразу находятся почти вот на самой поверхности, вот где сыро, вот они, видите? Прямо на самой поверхности, вот среди камышей. Вот я водой, в воде одним сапогом стою. Вот в этом месте теперь расположена вермиложа с гарантированным поливом из залива, даже без моей помощи. Единственное, что мне нужно будет накрыть все это тканью, чтобы лебеда не росла. Но, в принципе, и этого можно не делать. Вот так влияет луна, а может быть то, что уже вторую неделю не идет, не было дождя, но то, что у нас червячишки перестали мигрировать. Причем нашел я эти 7 штук, вот около вермиложи 3 и 4 штуки. Вот. 2 штуки там около буртов в траве и 2 штуки от центрифуги и по дороге сюда, пока катил велосипед. Здоровья вам и благополучия!